старшая школа Мьюир. Поздоровайтесь с Гибби. Кто может мне сказать, что это за животное? Обезьянка. Такие на деревьях болтаются. Мисс Мэнди спросит присмотреть за Гибби. Как думаешь, я справлюсь? Мартышка, которая свободно бегает по дому? Просто ничего не трогай, ладно? Будь умницей. Кейти! Поздравляю, приютила вонючую обезьяну. С такой семьей ей не привыкать. Жестко. Лед приложить? Меня тошнит от ее существования. Я подумал, может, ты позволишь мне заботиться о Гибби? Было бы круто. Я у тебя в долгу. Можешь отплатить, пойдя со мной на бал. Тебя приглашает лучший парень в школе, и ты его отшиваешь? Мы просто друзья. Я бы отказалась от мобильного на год, чтобы с ним потанцевать. Ладно, на месяц. Они постоянно вместе. Перейдем к более серьезным мерам. Ждите здесь. Зачем ей лезть Кейти в дом? Наверное, хочет пожелать ей удачи. Это вряд ли. Гибби сбежала. С дороги, букашки! Она зло воплоти. Побеждают лучшие. Потанцуем? Шеннон Элизабет, Шон Патрик Фланнери, Вивика Фокс, Шелби Леон и мартышка Кристал. Ну и каково жить с обезьяной? С Гибби все становится лучше. Так это ты наша звездочка? Гибби. А мартышка талантливая. Скоро.